Всем привет, с вами Кристалл, мы продолжаем играть в Майнкрафт. И в прошлой серии мы остались о том, что мы построили подвал. Да, такой классный подвал, который вход у нас еще сделан, так будет необычно. И кровать мы, конечно же, перенесли из своего старого дома. Из своего убежища сейчас. Вот у нас этот подвал, который еще надо будет дорабатывать. Ну, наверное, этим мы займемся потом. В принципе, это не горит. Главное, что выглядит он очень здорово. Мне так нравится, как... Просто это так классно. Текстурпак просто... Офигенский. Ох, черт, опять ты! Нет, уйди, уйди! Ну почему? Я не подвал показываю, а ты опять лезешь. Знаете, я подумаю о переезде из этих медведей. Чертовы медведи. Ладно, тогда, наверное, пока что мы дом не будем ничего делать. Пусть у нас пока такое остается. И сейчас пойдем путешествовать. И путешествовать пойдем потому, что нам надо будет найти овечек. Много-много овечек, постричь их всех, и собрать как можно больше шерсти, чтобы потом опять же улучшать дом. И где у меня вот они, ножницы. Все, теперь мы готовы, можно в путь идти. Так, а может быть... О, да у меня шерсти-то, вернее, так много этой кожи, шкуры, да. Вернее сказать, так, блин, о, можно шапку, как это прикольно выглядит. Обалденно. Оп, блин, жалко, а так же не выглядит, я бы хотел, ну ладно, мы же... такой зимней локации, нам нужно греться, иначе мы просто погибнем, замерзнем. Поэтому это, в принципе, классно. Если так себе это представить, это создает классную атмосферу. Так, наверное, будем двигаться пока вот так как-нибудь, просто гулять, путешествовать, смотреть на вот такие обалденные виды просто. Согласитесь, просто такие горы классные вообще. Вообще просто. Даже слов нет, насколько они классные. Что? Дельфины под... Акула с дельфин? Под... Что-то тут неладно. Опять ты. Так. Ну, тут, в принципе, еще, значит, не так холодно. Так как тут еще вода осталась, вон рыбки плавают. Значит, в принципе, еще нормально, что акула с дельфином плавают под льдом. Нифига это не нормально. Они же где-то живут в теплых местах, нет? Или нет? Или да, вернее. Если честно, о дельфинах и акулах я ничего особо не знаю. Так, ладно. Да. Я уже из этих дельфинов забыл, зачем вообще я сюда шел. Так, о, цветочки, вот это мы соберем. Так, не лопаты, конечно. Лопата мне еще пока. Ой, как дорога. Так, да еще и так много. Еще эта карта почему-то не прогружается нормально. В других местах все отлично было, а тут вот решила не прогружаться. Не хочет давать мне генератор мира полюбоваться пейзажиками. Вот, портит всю эту атмосферку, блин. Засранецы такие. Так, ладно, не будем переживать на эту тему. Оу, тут уже этот камушек у нас испорченный. Высушенный или какой он, вообще не знаю. Если его собрать, какой он там? Крэки цент. А, ну это песок, типа, затвердевший, что ли. Давайте, кстати, его соберем, может быть, мы его куда-нибудь применим. В принципе, можно его как интерьер применить какой-нибудь, я думаю. Если не думаешь, что это песок, я думаю, вполне можно куда-нибудь его пустить. Или что-то необычное построить. Пол, может быть. О, кстати, да, вот, может быть, в подвале мы пол сделаем из него. Ну, чисто так посмотреть. Или местами из него сделать чуть-чуть. Вот сейчас его соберем. Вот это вот добьем и все. Кстати, надо еще покушать по пути найти. Я вообще голодный-голодный. Голодный-голодный. Так. Там ведь акула, что ли? Или это дельфин? Это акула. Так, иди-ка сюда. Смотри. О, я здесь, смотри. Я здесь, иди сюда. Вот. Хрен тебе, хрен. Закусить он решил. Это... Фух, я аж подумал, что... Кстати, он вообще звуков не издает. Почему-то я бью, а тут рядом какие-то чириканье дельфины. Стоп. Ну да, все правильно. Мне показалось, что дельфины разных пород здесь существуют. Так, по-моему, я уже вышел за пределы. Да, придется идти переплывать. И идти в ту сторону. А, блин, там еще такая интересная гора. Я бы туда сходил. О, бамбук! Смотрите, там сколько бамбука. Нам это надо. Яблоко в воде? Что? Тут дерево сломалось, что ли? Ладно, мне как раз покушать надо было. Неплохо так. Ом-ном-ном-ном-ном. Ее, люблю яблочки. Что в Майнкрафте, что в жизни. Кто ж не любит яблоки? Так.
Нет, туда все-таки я не пойду, наверное. Эй, что за... Яблоко отравленное было или опять... А, вон этот товарищ. А, засранец маленький, постоянно атакует, и даже его не видно, блин. Ё-моё, вечный какой-то он такой... Гаденыш подлый, а? Вот вылезет, ядом отравит, и потом думаю, что тебя яблоки начали убивать. Так, можно вот туда дойти. Да, туда пойдем. Ну, нормально, в принципе, сделаем более-менее такую карту. Хотя бы наполовину ее заполним, надеюсь. Заодно очень надеюсь, что мы найдем овечек. Это главная цель, в принципе, а не карту заполнять. Но все-таки было бы... Зомби? Что вы тут забыли? Ну, горите. А почему второй не горит? А, вот, проснулся. Не сразу загорелся почему-то. Все. О, кстати, мы... Стоп. А, фух, мне почему-то показалось, что это зеленый друг. И что? Я впервые вижу, чтобы из двух зомби сразу не упадал хотя бы один кусок мяса их. Что очень такое неприятное. Кстати, из оленей падает мясо. Олени. Сейчас я вам покажу кое-что. Черт, зря я так пошел, наверное. Так, смотрите. Максимум стелса просто. Меня здесь нету, я невидимый. Я невидимый. Да какого черта ты прыгаешь? Иди сюда. О, я вижу бамбук еще. Я вижу, как маленький котенок жрет пантеру. Знаете что? Хотя... Стоп, он ли... А, фуф. Фуф, я уж подумал, здесь пантеры летающие. О, ну-ка. А, нет, из тебя ничего хорошего. Ну, прости. А вот из тебя? Стойте, из вас. А это еще что такое коричневое? Так, это земля какая-то, ну-ка. Это очень какая-то твердая земля, знаете, такая. Но звук определенно песка. Что тут еще такое? Сейчас тут соберем. Блин, это какая-то глина, что ли? И почему так долго собирается? Квиксенд? Что? А, обалдеть, это круче обсидиана только. Это как обсидиан, только песок. А если я на него... Нет! Это была ошибкой. Причем такой серьезный, я бы сказал. Я не хочу утонуть в нем, я же умру. Исчезни. Нет. Не хочу. Я залез в зыбучие пески. Блин, я же сейчас утону в них. А, фуф, блин, ё-моё. Что ты, это все из-за тебя, я из-за вас все, блин, чертовы, блин, ё-моё. Вообще классный, кстати, песок, я бы такой куда-нибудь использовал, но собирать его сейчас явно не буду. Я попал на неприятности. Иди отсюда. Да не бей ты меня, как ты меня успеваешь еще ударить? Фух. Так, я же видел бамбу где-то. Где-то здесь. Вообще уже не лучшее время для прогулок. Нашел я. О, листики. Ну ладно. Ничего. О, еще. Походу это здесь такая особая генерация. Вон сколько его. Может, типа, ты пройдешь и не заметишь, и оп, попался, все. Пропала твоя жизнь. Ну, если, наверное, рядом земля, в принципе, легко можно выйти, но если ты упадешь прямо в центр, мне кажется, будет довольно-таки проблемно оттуда вылезти. Очень, наверное, проблемно. Так. Ну, давайте, да. А, уйди отсюда. Да уйди. Вот так вот. Сейчас туда пойдем. Наверное. Что-то, мне кажется, овечек особо мы не найдем почему-то. Вообще, овечек это... Нет. Вот я уже и попался на то, о чем говорил. Еще и мышь. Да уйди отсюда. Скотина маленькая. Ох, черт. Фух, блин, ё-моё. Как опасно тут вообще так-то? Взял и попадешься случайно, и все. Что делать потом, блин? Еще вещи, наверное, утонут туда и не достанешь никак. Я совсем тогда возненавижу этот биом. А. Кстати, это какие-то джунгли, что ли, или как? Как, почему здесь? Тут растут лианы, но деревья маленькие, при этом есть зыбучие пески какие-то. Странное место. А. Так, там водичка, я вижу, может мы можем... Нет, смотрю, она в воде летает наполовину. Или нет? А, это свечи. Блин, да... Еще встать чуть... А, это эти стоят здесь. Так, давай сюда. И вот сюда. Нет. Так, в общем, уходим.
пойдем, наверное, так вот. О, может... Нет, не стоит, наверное, собирать руду. Это может затянуться опять. Вообще, главная цель найти овечек. И тут, черт побери, криперы опять. Хотя давно их не видел, по сути, даже лучше. Так и приятно видеть старых друзей. А то одни медведи, медведи были. Так. А, куда? Как нам? Сейчас снова... Я, наверное, домой зайти к себе, что ли? Или нет? Нет, наверное. Или... Я не знаю, зайти домой к себе или нет. Или дальше продолжить разведывать карту более-менее. Кушать ничего нету, коров нету. Что вообще за биомы такие? Ни одного животного нормального. Одни монстры и монстры. Даже зомби мясо не падает. Меня явно хотят без еды оставить. О, это что такое? Улитка? О, улитка. Ну-ка, ее можно? Эй. Слаймбол выпал. А, еще, может, рыбку. Жалко, я, кстати, удочку не сделал. Хорошая была бы идея. Вау, как тут странно все это выглядит. Ну и в то же время как-то эпично. У нас много дерева с собой? Дерево с собой у нас вообще ничего, можно сказать. Поэтому сейчас соберем чуть-чуть вот этого дерева. Сделаем сейчас верстачок, лодочку и поплывем. А ко мне никто не идет? Вроде не идет. Фух, блин, звуки опять вернулись. Фух, так. Да блин, иди сюда. Вот так. Да какого черта я промахиваюсь и выкидываю все, что у меня есть. Так, давай сюда. Кстати, прикольно дерево выглядит с березки. Так, это сюда поставим. Делаем лодочку. Так, лодочка. Нет, это тарелка. В тарелке плавать я пока, к сожалению, не научился. Хотя было бы довольно неплохо. Время бы и ресурсы бы экономил. Да и время в некотором смысле. Ну, что? А, я в земле застрял, походу. Ну давай, вот, отлично, все, поплыли. А, да, поплыли, конечно, сейчас еще и умру. Фух, блин, не... я выжил. Почему-то чуть не сказал, фух, блин, не умер. О, это еще какие-то цветочки интересные растут. Так, разворот! О, право руля. Так, лево руля. Давай. Какая она неповоротливая, блин. Кораблекрушение. Все. А, нет, крыса. Нет. Уйди. Фух. Это еще что? А, медведь. Блин. Что делать-то? Я еле живой. Еще зомби где-то. Тут ходит. Я определенно слышу зомби. Это что, уголь? Где мох какой-то? Я его ненавижу. Хреном зомби. Черт, я дурак. Зачем я пошел туда? Черт. Ладно. Спать-то тогда ляжем. Черт. Придется теперь снова идти туда. Надо сделать хоть какое-нибудь оружие, броню, не знаю, что-нибудь вообще. Вот это все наберем, сейчас сделаем из этого чего-нибудь. Так, доски у нас должны быть еще вроде, нет? Доски. Ну, кирка. Тоже хорошо. И все? Ну да. Так, из алюминия можно что-то делать? Нет, из нее нельзя сделать броню, к сожалению. Поэтому это бесполезный ресурс. Тогда сделаем себе нагрудник, наверное. Можно сделать нагрудник из этого? Да, ой, это вообще как бронелифчик какой-то. И выглядит как какой-то бронелифчик. Я определенно сказал, что броню на кого-то не того. Ну и как я шел? О, овечки! Чертовы овечки! Блин, я за вами шел, из-за вас умер. Сейчас я вас встречу убивать буду. Встречу убивать. Сначала вас унижу тем, что постригу, вот так вот. А потом ножницами забью, вот так вот. Вот так вот, чертовы овечки, блин, ненавижу вас. Из-за вас я сдох. Пошел за вами, блин. Ладно. Все, я утихомирил свой гнев, отомстил.
Я, если честно, без понятия, как нам идти. Я, конечно, знаю, где я умер, но... Смогу ли я до туда дойти и найти их? А еще опять этот зомби сейчас откуда-нибудь вылезет, невидимка, блин. Я ж вот тогда вокруг посмотрел. Ничего не увидел. А, ладно. Сейчас просто на разгоне по прямой. Вот так вот побежим. Увидим воду, и значит мы уже близко. По крайней мере, примерный путь я вроде еще помню. Все бы ничего, я простил себе те вещи, которые потерял, но карту... Карту я не прощу, карта слишком дорогая из всего того, что у меня было. Так, вот здесь я уже был, да, здесь пересекаем. Привет, свинка, мне, к сожалению, нечем тебя забить. Так что, тебе повезло. На сегодня. Хотя мог ее киркой заколбасить, наверное. Ничего, у нас сейчас дело поважнее, вещи бы не потерять. Дай бог генератор мира их удалит раньше времени, я ему это не прощу. Так. А, там генерация просто. Я думал, что я куда-то не туда иду. Ну, вроде места похожие, хотя... А, сейчас вот здесь вот, если будет такая... Такая вот эпичная... Да, эпичная вырезка такая. Если представить себе, что генератор мира делал, он будто бы какой-то кусочек тортика отрезал, себе забрал. Именно такую дольку вот именно так вот так взял и убрал. Странный генератор. Но заодно, кстати, вот если вот такие есть сооружения, то... Припомни, это не акула, фух. Кстати, а можно седла дельфина, как в кино? Ой, можно дельфина сесть! Вау! Йеху! Оу, дельфин! Ай, черт, кто-то бьет! Отпусти меня, дельфин! Отпусти меня! Он не хочет меня отпускать! Что за дельфин-убийца? Как с него слезть? Не понимаю, что за хрень происходит-то? Отлично, меня укокошил дельфин. Я ненавижу этот мир. Я второй раз умер. Что за хрень? Я думал, на дельфине нормально поплавал. Он с него слазить не захотел. Слишком хорош был дельфин для моего персонажа, что он слезть с него даже не хотел, блин. Или, боюсь, он сел задницей на его плавники. По этой причине не смог с него слезть. Так, где эти горы? Почему я гор теперь не вижу? Я куда-то не туда, походу, опять завернул. Так, гора, гора. По-моему, вот так вот. Здесь вот должны быть горы. Горы. Где горы-то? А, вот, все, отлично. Теперь вот так вот и туда. В общем, бежим. Пересекаем все это добро. Опять снова не трогаем дельфинов только. Запомним. Хотя это так здорово было. Вы видели, какая скорость была? Это просто дохрененно. Я бы всегда катался, но он прилип к нему. Чертов, блин. Чертов дельфин. Что за хрень? Почему к нему приклеился? Я даже избить пытался его. Как-то не сработало. У него резист кулакам был, походу. Блин, надо же так умереть было за... Все, никаким днем, ни одного монстра. Я просто захлебнулся при помощи дельфина. Я понял, это подлые дельфины. Они знали, что... Он специально сначала показал, что... О, смотри, как я умею, смотри, как я могу быстро тебя разогнать. А потом так херак и приклеил меня к себе и говорит... А, бро, мол, соси. Все, найду этого дельфина. Найду сначала, вернее, свои вещи, потом найду этого дельфина и пок... И покажу ему, где раки зимуют. Сейчас я еще с пути как-то сбился, по-моему, хотя бегу где-то по похожему месту, я уж вот здесь был. Ну, определенно был, я видел ту ямку с водичкой, в которую я упал. Вот, да, вот здесь вот, да, вот туда вот бежать сейчас надо будет. И вроде я правильно иду. Вроде правильно. Должно быть правильно. Потому что я здесь был. Да, все отлично. Вот единственное, чего я сейчас боюсь, что я слишком долго буду копошиться, и просто генератор решит уничтожить все мои вещи. Опять эта овечка. Знак недобра, блин. Все животные... Я понял. В общем, в принципе, такие ночные животные, ну то есть монстры и все такое, они как бы это... Убивают, то есть банально, они просто идут и тебя убивают. А всякие дельфины, овечки... Овечки насылают на тебя проклятие, которое не дает их найти, но при этом ты умрешь в любом случае.
А дельфины, они более изощренно действуют. Они, короче, берут тебя и катают сначала, а потом не дают с тебя слезть и убивают тебя просто. Я понял всю злобность этого мира. Так, я уже близко к своим вещам. Да, определенно близко. Все, сейчас доберемся до вещей уже. Кстати, цветочки, надо собрать их. Мне интересно, что из-за цветочки. Похоже на какие-то морковки, если честно, странные. Так. Orange flower. Да. Я думал, что хоть как-то поинтереснее будет называться. А, в итоге какой-то orange flower. О, мои вещи, да, вы остались. Ох, как я за вас переживал-то. Больше никогда не сяду на дельфина. Определенно не сяду. Так, одеваемся. Отлично, все. Кстати, надо найти этого дельфина. Я сейчас ему покажу. Как я его не люблю. Вон он, вон этот ублюдок. Сейчас ты у меня. Я сначала тебя снежками запуляю. Да, вот так вот. Сейчас я возьму еще меч. И отрежу твою чертову башку, блин. Иди сюда. Чертов ты дельфин. На. На. Да он еще и сопротивляться умеет. Ух ты ж, черт. О, все. Две рыбы. Вау. Тохлые рыбы. Это как убить зомби, только дельфина. Тут где-то должна быть шерсть. А, вон, вон, все это лежит там. Сейчас заберем. Заодно собрали, кстати, много бамбука. И шерстки немножко. Здорово. Только вот я боюсь, что какая-нибудь сейчас опять странная хрень подплывет и укокошит меня. Сейчас надо что-нибудь выбросить. Это что? Фух, олень и медведь. Так, дерево выбросим. Кобрестоны выбросим. Это шкуру нафиг не надо нам. Землю тоже. Так, забираем все это. О, нет, туда вот черт! Опять вы! Так, я шерсть забрал. Блин, я не забрал самое важное, что мне надо. Это шерсть, куда она улетела? Где она? Я вижу бронелифчик. А, вот-вот-вот шерсть. Нет. Фух, все. Я забрал все, что мне надо. Бронелифчик мы переживем, наверное. Черт, этот бронелифчик. Все, пойдем. Пойдем домой тогда. Ну, в этот, в первый свой дом. Построим еще одну кроватку там, наверное. Или нет? Нет, не будем строить. Просто туда пойдем и передохнем нормально. Если что, по крайней мере, буду знать, где находятся мои вещи. Так, точно знать. Я слышу скелета. Нет. Только не третья смерть за серию. Только не третья смерть за серию. Это просто жесть будет. Это будет проклятие. Медведь. Медведь, кто плавает, прыгает, свистит. У меня здоровья-то нету. Не надо, пожалуйста. Медведь, не прыгай на меня. Ты ведь добрый, я знаю. Я тебе рыбу дам, смотри. Вот у меня есть. Нет. Фуф, он кажется добрый. Фух. Или... Нет, никогда не оборачивайся спиной к медведям. Подлые добрые животные. Я знаю все о вас. Я понял ваши замыслы. Чертовы животные. Кстати, рыбу можно съесть, но я не буду это пробовать, так как она какая-то не особо аппетитная. Может, зомбиное мясо, оно проверенное. Оно у тебя не укокошит наверняка. А вот кушать хрен знает что совсем. Не, спасибо. Поем это тогда, когда я буду уверен, что я могу умереть спокойно. Так, где мой еще один дом? Почему я куда-то не туда иду или как? Я слишком много разведал карту и уже забыл, где находится мой дом. Так, тут я доски ставил. А, я поднимался, наверное. Я уж не понял, зачем я здесь что-то строил. Так, не упасть бы еще. Блин, давай быстрее до дома, ё-моё. Или я сейчас тебе просто прокопаю дырку вниз и там сидеть буду. Пока не этот... Не наступит утро. Какой-нибудь. Буду как Бир Гриллс, наверное, какой-нибудь. Питаться дохлой рыбой. Еще чем-нибудь, не знаю. Придумаю, как съесть ранчфлауэры. Может, на крайний случай забор пожую. О, я нашел. Я нашел тебя, мое убежище. Так, не умереть бы. Фух. Все. Фух, я больше никуда из него пока не уйду. Ох, не надо. Мне надо передохнуть определенно. Мне надо расслабиться. Сейчас сделаем кровать еще одну. И будем отдыхать. О, да. Отдыхать. Ну вот и кроватка. Отлично.
Выкинем землю. Ой, стоп, это квиксенд. Нет, его не будем выкидывать, он может еще пригодиться. О, кокоточек, привет, ты меня тут все еще ждешь? О, он исчез. Или я его забрал? Мистика. Я вроде его не взял. А где кровать вообще? Не понял. Я выбросил кровать? Я же сделал вроде кровать, я ее не вижу, что... Что за... Я же определенно сделал кровать. Куда она делась? Либо я... О, вот она. Я ее определенно подобрал. Что вообще происходит? Так, все, я спать. На этом мы заканчиваем эту ужасную серию. Я в ней умер столько раз и умер причем. Так тупо. Ладно, если вам понравился летсплей, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а конечно комментируйте, так что вступайте в группу ВКонтакте, там вы сможете найти новости, ну то есть я там выкладываю видео, не те же самые, что и с Ютуба, просто через ВКонтакте можно кому-то легче смотреть, вступайте. Также там бывают иногда разные новости, опросы, поэтому... Советую туда вступить, ну, дело ваше, конечно же. В общем-то и все, мы спим. Удачи!